А от якщо повернемося до так, прохоботів, грантоїдів, соросят, яких ще прийнято називати, дуже цікаво, що коли почався скандал щодо Гончарука, саме канали Порошенка, прохоботи підтримали Гончарука. Ну, тут дивна якась логіка. Тобто Сорос, я так розумію, підтримує Порошенка, і в них гарна комунікація. Вони займалися, я так розумію, 5 років однією справою, а зараз просто її продовжують. От як ви можете це прокоментувати? Ну, безусловно, вони йшли в партії. Порошенко був, це ж демократи, по суті, да, якщо ми говоримо, це глобалісти, демократична партія, Британія, то есть, ну, ті, які от, сили по міру їх називають глобалістами. Безусловно, Порошенко і зараз, він з ними. Но смысл то в чем был? Вот даже Порошенко не шел, не исполнял до конца то, что сейчас вот делает Зеленский. Вот по той же земле. Это же было обязательство, не возникло сейчас. Оно было еще на Порошенко. Вот та же антикоррупционная инфраструктура, которую формировал Сорос, вот то, что он сделал в Румынии, да, потом, когда румыны послали Сороса, они и развалили эту инфраструктуру. Сорос точно так же создавал ее, да, то есть в начале, но Порошенко не дал создать. Что такое антикоррупционная инфраструктура? Вот у нас сейчас говорят, что эффективности нет. Для того, чтобы посадить человека, это, да, сначала оперативная работа, потом следствие, потом обвинение, прокуратура и суд. Вот если вся вот эта инфраструктура подчиняется кому-то, то посадить можно. Если, условно говоря, Соросу отдали вот это, а при Порошенко суд не создали. У нас суд исполнял функции антикоррупционного суда, Соломенский районный суд города Киева. То как бы он ни бился, кого бы он ни задерживал, все придет в Соломенский суд, и там рассыпется, правильно? Ну, вот при Зеленском как бы все собрали, но Зеленский сейчас ДБР у них выбил. То есть первичное звено, откуда все начинается. И опять же соросята недовольны. То есть вот эта вот война идет, и пока оно не будет в одной связке, ничего не получится. Ну, понятно, да? Зеленский приведет в суд, а суд теперь он под Соросом, а это человек Сороса. Суд отпустит. И вот, вот эта антикоррупционная инфраструктура, от нее выхлопа ноль. И вот, да, вот действительно, Порошенко и Зеленский, для них это то же самое. Просто вот Зеленский для них проще, потому что, ну, у Порошенко были, возможно, какие-то свои бизнес-интересы. Ну, как бы мы ни посмотрели, Порошенко был гораздо эффективнее, чем Зеленский, как управленец, я имею в виду. Не в том, что он конкретно делал, а именно как управленец. Он больших вопросов понимал, и у него действительно была команда, вот людей, ну, монстров, те, которые стояли, да. Это не то, что вот Зеленский, как парашютиста к нам спустили, он вообще не понимает, чем, ну, занимается. Мы сказали землю. Да, рассказали, слайдики показали. Ну да, это же хорошо, хорошо. Якщо подивитися об'єми, як я так розумію, Порошенко кудись за кордон дівав, ну це, звісно, я думаю, що так. Дуже, дуже різняться ці цифри. А от якщо от ми подивимося на саме виконавців, тобто на таких рядових порохоботів, там, грантоїдів, от як ви вважаєте, вони розуміють, що вони роблять? Вони розуміють, що вони роблять для держави? Що вони думають, що якщо економіка падає, то це добре? Ну, це ж очевидно, що вони ж не вчора в Україні з'явилися. Вони розуміють, що економіка не зростає. Що в нас поглиблюється криза, що в нас кількість бідних людей зростає, що в нас міграція з країни дуже висока. І це, очевидно, дуже негативні процеси для країни. Ну, треба бути повним телепнем, щоб не розуміти, що дії оцих структур, вони призводять до негативних наслідків для, саме для України, саме для держави. Якщо у них є хоч крапля совісті і здорового глузду, ну, вони фактично ніколи не підтримували цих людей. А ми бачимо, тобто, якусь іншу картину. Нет, они, многие из них действительно даже не понимают то, чем они занимаются. Я знаю их уже не первый год. Вот с Алексеем Гончаруком я познакомился еще в 2012 году. Его, он тогда он был человеком от Сороса, от грантовых структур. И тогда они заходили на наш рынок, в жилищный сектор. Вот как сейчас они заходят по земле, уже и банк купил Томаш Фиала у поляка, да, и ДЭБанк, вот, через который они будут обходить вот этот запрет, который там Зеленский рисует, для того, чтобы скупать землю по 10 тысяч гектар. Тогда они заходили на рынок в жилищный сектор с кредитованием. Тогда они прописывали программу, государственную программу 100% создания УСББ, счета УСББ, хозяйственные счета, там, куда люди платят за тарифы, в залог. И Хенкель немецкий уже стоял и ждал, когда все дома наши обвесят пенопластами. Вот они хотели, вот тогда вот только было подписано постановление правительства о создании общественных советов при министерствах.
Это лоббировали западные структуры, это им надо было для того, чтобы, ну, условно говоря, гражданский сектор, общественные организации что-то обсудили, они влияют на политику, вносят в министерство, министерство согласует свои действия. И вот создавались тогда, это было впервые, общественные советы. И они лоббировали Алексея Гончарука на председателя совета в Премьер-регионе. Тогда для них было перспективное развитие, они входили с ИФЦ, заходили именно на жилищку. Тогда он проиграл. Тогда главой общественного совета стал я, они на меня были очень сильно обижены. Но я просто, это к чему подводку, я просто хорошо знаю уровень их компетенции. Они действительно ничего не понимают. Вот чтобы было понятно, что такое грантоед. Ему плевать, какие последствия вот это все принесет. Вот есть грантовая программа, да? Вот Сорос, это же не просто какой-то добрый человек, который пришел для того, чтобы помочь нашей стране и вложить там филантроп, да, вложить там деньги. Нет, он олигарх, такой, как и наши олигархи. Его задача заработать как можно больше денег. Он приходит, он определяет приоритетные сектора в государстве для себя, где бы он хотел заработать и на чем. И он начинает финансировать программы, которые изменят государственную политику, подведут к тем решениям, которые нужны ему. Его фонд возрождения выделяет деньги, программа, да, выделяет деньги. То есть там уже все прописано. Это же не пишут наши грантоеды. Это все прописано, переведено с английского, что надо сделать. Конечный результат, условно, ну, сделать то-то, то-то. Выделяются гранты, общественные организации. Их максимум компетенции, это вот это все прочитать и своими словами, на простом языке, вот просто объяснить людям, почему это хорошо. Все. И их смысл, вот чтобы было понятно, это люди, которые не решат ни одной проблемы по одной простой причине. Вот что такое грант? У него есть цель. Вот ты реализовал, да, программа закрыта, нет финансирования. Любой грантоед, он решая проблему, он прописывает так, чтобы эта проблема, 2-3 проблемы, да. Чем больше проблем, тем больше грантов. Это процесс, бесконечный процесс. Процесс окончен, закончилось грантовое финансирование, ты не нужен. Вот когда они сейчас стали министрами, вот сейчас мы смотрим, вот те же тарифы. Но это же очевидные вещи, что они должны были делать с сентября. Но они не знают, как делать, потому что они в своей жизни не решали, и они не способны решить ни одной проблемы. Для них процесс. Вот им спустили, вот надо делать то. О, замечательно. Сейчас мы слайдики нарисуем, расскажем. Бесконечный процесс. Никакого решения от них никогда не будет.